У Гомелі сёння завершился чемпионат спорттовариства «Динамо» по самообороне. Спаборніцтвы собрали мацнейших спортсменов из всей страны. 12 команд удельниц представляют силовые структуры, а так само региональные отделения «Динамо». Самооборона – один из прикладных видов спорта, який является базовым при подрыхтовце супрацовников правоохранных органов. Она включает в себе две дисциплины. У первом туре спортсмены демонстрировали боевые приемы без обезброивания и затримания. Другий тур – боротьба самбо. Отрознение от классической дисциплины одно – дозволены удушающие приемы. В чемпионате принимают участие ежегодно лучшие спортсмены Республики Беларусь, которые являются призерами чемпионатов мира и Европы. Среди спортсменов в этом году присутствуют заслуженные мастера спорта по различным видам борьбы. Это самбо, вольно-греко-римское, дзюдо. Уровень спортсменов с каждым годом растет.